сказать, что та тема, которую мы подняли, привела большие масштабы, и в этом году, по нашим оценкам, около 20 миллионов человек участвовали в различных мероприятиях Года экологии. Глава Минприроды вообще не скупился на впечатляющие цифры. Еще одна 500 миллиардов рублей. Именно столько российские заводы-гиганты планируют потратить на снижение вредных выбросов. И 100 миллиардов потрачено уже. Например, в Норильске, одном из самых загрязненных городов мира, появились новые очистные установки. Но заботы требуют не только промышленность. Сопоставимый вред природе наносят обыкновенные бытовые отходы. Проще говоря, мусор. Гигантские свалки для части регионов стали настоящим бедствием, и бороться с ним придется годами. Экологи намерены сделать акцент на переработке мусора. Со следующего года некоторые отходы, те, что можно использовать снова, нельзя будет просто вывозить на свалку. С 2018 года речь идет о запрете захоронения металлолома, цветных металлов. В 2019 году пластик, пластиковая упаковка, другие виды отходов. И так каждый год отдельные виды отходов будут запрещаться захоронению. В связи с этим необходимо будет вовлекать их уже в вторичный оборот и, соответственно, развивать сортировку. И мощности создания. И вот это вот общее движение, с одной стороны, создание мощности, с другой стороны, вот это обязательство по тому, чтобы вовлекать во вторичный оборот эти отходы, это вот одна из таких тем, которые в этом году мы занимаемся. По статистике, в России за один год накапливается 60 миллионов тонн мусора. Перерабатывается в лучшем случае 20-я часть. Еще год назад, анонсируя проведение Года экологии в России, президент говорил, что человечество накопило экологические долги, и теперь настало время их отдавать. Проблема в том, что на долги продолжают капать проценты. Заводов по переработке мусора еще слишком мало, и у многих возникает соблазн продолжать работать так, как было заведено десятилетиями. Нужно плотно работать с регионами. Очень плотно, потому что нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить. Да, неподготовленные, на неподготовленные площадки, опять рядом с жильем и так далее. Это вызывает абсолютно законную негативную реакцию людей. Да, Владимир Иванович, это одна из тоже обязательных направлений, потому что, конечно, без инфраструктуры, без строительства новой инфраструктуры, вот тот объем отходов, который у нас формируется, его, конечно, утилизировать достаточно сложно будет. Да, и сам принцип этой утилизации, расчетов в этой системе, чрезвычайно важная вещь, с этими талонами там и так далее, надо просто наводить порядок. И особенно это, разумеется, актуально для крупных населенных пунктов и для центрального федерального округа Москва, Московская область. Я вас прошу еще раз с коллегами к этому вернуться. Одну такую свалку пришлось закрывать практически в прямом эфире. Во время прямой линии с президентом Путину пожаловались жители подмосковной Балашихи. Расположенный здесь мусорный полигон был источником неприятного запаха на протяжении полувека. В арктических широтах экологические проблемы тоже накапливались долго. И только сейчас эти старые свалки начинают убирать. В рамках Года экологии запущен особый проект «Чистая страна». По «Чистой стране» у нас основной акцент делается на ликвидацию прошлого экологического ущерба. И в этом году мы уже запустили 25 проектов в 13 регионах. 10 проектов в этом году мы как раз должны уже реализовать. Это ликвидация старых полигонов, старых производственных мощностей. Ну и все, что рассматривается как прошлый экологический ущерб. Прошлым экологическим ущербом можно назвать и загрязнение рек. Оно тоже копилось десятилетиями. Теперь для очистки одной из крупнейших рек, а именно Волги, принят отдельный проект стоимостью в 250 миллионов рублей. Объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, в результате должен сократиться в 9 раз. И не беда, что на это потребуется несколько лет. Ведь, как заметил президент, думать об экологии в России продолжит и после того, как этот год завершится. Павел Краснов, Светлана Баркова, Станислав Оплетин. Первый канал. Уникальная разработка российских ученых и